До 8 по Москве? Или во сколько? Сейчас только 16, да, или сколько там в Москве? А, 18, ну нормально, как раз 2 часа еще есть. Мы больше сидим в Дисконе все-таки, чем в Рейде. Это что, клиент, блядь, близовский такой? Он в Дискорде скрин скинул. Это GTA RP, я так понял. Он написан Next RP. Просто похоже на Battle.net, да. Да делать им нехуй, блядь. У них серверы падают, они, блядь, ставят щупальцы, блядь. Может, правят это есть, ну, может, это и есть розыгрыш, то, что сервер якобы загибается, а ты завтра зайдешь, а он вверх летает. Почему тут админы это не решают, они делают то, что им говорят? Главный решает. Вам тринки упали? Нам тоже говно одно. Нам сейчас, возможно, квест не сделаем. Мы как раз убили гниломорда, блин. Ну да, если исчезнет, Саня, пиши на форум. Нам только когда то же самое мы сделали, квест нас выкинуло. Ну, перед ребутом пропало, все, админ все сделано. Просто задрали вообще. Там уже написано. Там уже все просто проклинают это говно. Там смотри, скидывали скрины, сколько. А откуда их столько? Их в шторме столько же, в смысле, интересно? Да, сейчас зайдем на VIP-раздел, посмотрим, что там написали. Самое смешное, я вот после дисконта прыгнул в сокет и себе купить в подгород. И я пока добежал от порта, тот, что ну, дало портует подгород, до аукциона, меня раз 6 их схватили из-за того, что там нету никого. Не, ну сейчас хорошо эти щупальцы, они не забирают никуда, они просто поднимают и потом опускают через 10 секунд. Ништяк, но вы же убивали уже лича, чё ты? У вас там жесткие челики с волониром, да, порчу прохиливают это заражение? Я в обычке, оно не сильно торкает. Классно, кагает, вы там прожмитесь, все прожмитесь как-нибудь, а за ханта как прожаться, интересно. Нолик жать посильнее свой, блин.
Она лжать свой посильнее. Заходит. Не, продолжай, петухи, согласен полностью, блядь. Да. Да, мы сами себя не уважаем, на самом деле, играя здесь. Слышишь, ты зайди это на гоблина создай и порелаксируй там на их острове. Или вульпера. Ну хотя бы Тэшли откатил. Не, без шуток, если еще таких вот с интервалом 15 минут, там 20, да, дисконов, я нахуй спать пойду. Потому что я так понял, это будет периодически повторяться еще долго, блядь. Да чё не сдавайся, ну какой мне смысл сидеть, блядь, и вот так вот по 5 раз нахуй на часу, в час, блядь, в дисконы. Сколько? Я сказал, 2 дисконы. Недостаточно, блядь, 6 дисконов потерпеть недостаточно. 2 дисконы потерпеть, это порядочно хочешь. Уже потом типа, лицо будет, понял, скрипеть. Уже 12 ночи, блядь. С такими дисконами от кофе обезвоживание будет. Да, собственно, за этот час 2 дискона и произойдет, ну если они произойдут. Я про это и говорю. Надо поточнее время узнать сначала, чтобы говорить, потому что это... Могу проснуться только когда вы весь ЛК ходили в часовне. Пытаюсь. Да. Нет. Твой прикол упал на отель? Отойду на... Господи, укусите ШП вторым и все. И все. Я с пугами Ланотель убивал, где 2 хила были 230-е. Шаман, шаман и дуид. Даже без паладин. Просто мы укусили ШП и рейд вообще не поселял. Тут же ШП под укусом хилит, блядь, хилов обгоняет нахуй по ХПСу. Женек, а чё тебе с кольцом не нравится? Камень откатила? Да.
Чё там спамит она? Да-да-да, у меня не грузит, видишь, я пытаюсь. Еще не, готово. Не знаю, у меня, блядь, соединение сильно разорвано и все. Во, я зашел. Надо кликать. Кликай до талого. Она бывает резко, бывает на автори... ну, авторизация зависает. Все она выкидывает. Да тыкаешь. О, авторизация. А. Так, предупреждали вроде бы, что до 7:30 по Москве будет рейд. Время только 6 часов по Москве. О, ура! И скинемся с платформы на лече. Это где вообще? Да нафиг эти дисконы, сейчас убиваем и уходим. Давай рыбку поедим. То хп мало. Хп мало, 61 тысяча. Я смотрю, уже ол откладывается 30, каждые 30 минут, да, бой? На ол. Каждый раз 5 минут после ребута. Странно, у тебя пишет, что не то фласк, поэтому у меня фласк здесь. Тулупик, ты будешь танчить, я буду АФК ставить? Мне без разницы. Пошли. Нет, я постою, послакаю. После укуса можно бить по полной мере да, по второму танку. Я знаю. Мы первый день тут замужем. Толкус полутал. Можешь кидать таун по КД, если хочешь. Это ДПС поднимет. Убьет тебя все. Не знаю, у пугов никого не убивал, шипочник, он ее юзал. Глянь, а под истерией она еще больше ДПС дает. Тотем, на теперь. Ну конечно, после укуса взлетку. После укуса, да, взлетка, укус и где. А сколько берса? 4 минуты? Да пока до да, пока до берса. Народ, давайте чуть попозже.
это я ожидал. Рейндж. Спокойствие только на пати действует. Давайте на Геру, давайте уже. Вот, баловаться. Даю Геру. Да давай, похуй. Да, покус, все, всех покусали, да, можно. У меня тени были. Бухо, я не буду в ДД спекаться, так как кристаллов уже вообще нету. Блин, хулю паладина что ли одеваем, а? Да нет, стрэша поинтереснее пояс. Одни латы падают. Одни латы. А, у меня-то 4. Окей, есть. Лучше бы ты пуху мне подала бы. А то у меня в ПВП уже говорят, иди ты в жопу. А зачем надо, нет, валик? Зачем тебе валик убивать? Репу за валик не дают, если что, дают только за наших клонов, которые они вызывают. Что это за прикол? Где охотник? Я сейчас одну на тебя тяну сразу, знаешь. Женек, ты нафига ее грипнул? Я специально ее отвел. Чтобы она кашанула, а потом подвел бы. Встречай свою вторую тулупик у всех подвожу. Браска, ты стол стрел стреляешь еще с таких бомжарских. Чего? Стрел у тебя же топовый или нет? Нет, у меня сторонитовая. Нет, уже не топовая. Уже есть лучше. Как у меня каких-то бомжей, блять, кормить. Там вообще раньше 1000 стрел там 3к стоило, 300 голды где-то стоило. Сейчас, по-моему, стрела десятку, 30 серебра стоит. Ну она сейчас где-то 10 серебра стоит. Ну одна стрела, по-моему, да? Ну 100 голды, 1000. Ну это очень дорого.
Дайте мне один ДС, я наделаю. Сегодня чувак какой-то скупал ДС по 50к. Тем более их невыгодно, понимаешь? Ты их с собой носить дофига. А так я саранит с собой ношу, надо подкрафтил стрелы, все. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро. Кстати, за эту сестру дается больше репы, чем за боссов. А вот эти чуваки нормальные коры мочат. Вот эти, когда умирают. Не эти, по-моему. Там пробирки не хотел мыть, вот этот матовый. Что я наделал? Нет! Победи его до босса, пусть до этого, до сестры, пусть клевает. Краба надо или через лока будет хилить? Да зачем через лок? А как ты будешь? Как ты будешь без палок через лока? Волной? Ты, конечно, много знаешь манов. Бал, я видел, пал есть. Сейчас, дай. Шара ебит это. Возле валькиры. Возле. Он без микрофона. Так, а что, блять, нужна куха с валькой? Упадет, не упадет, подумайте. Так, давай я буду слева танчить. Хочешь, ты орел. Тут пуха только ДКшки нужно, не знаю насчет вару, нужна пуха, не знаю, наверное. Я думаю, нет, он, она мы, прибрал, мы, да. Мне все равно, поэтому у меня типа не жму ничего. Он вылетел из диска. А чё, я один, кто сказал подождать? Тогда чё, больше... О, не зашёл в ДС, зашёл в ДС. Слушайте, а кто у нас демон появился в гильдии? Что-то сегодня говорили про него. Никто ещё. Нет, он дестрик. Ещё дестрик. И всё, пока никого нету. У нас все дестрики. Нет, он дестрик. Да? А где тогда баф? Не было бафа? Да не было. Не было бафа из ПД-шного. Не-не-не, спрашивали в рейде, ты на... Он спрашивал на демона ролишь вот этот меч, он сказал, я на дестрика, который определённо брал. Всё, поехали. Забрал. А, нет, Женёк, добежал? Добежал. Я забираю всех. О, то автолоб. Герои, вы должны мне помочь.
Мои силы на исходе. Залечите мои раны. Слева. Они починили выход. Я открыла портал в изумрудный сон. Там... Потому что до этого она... Ну, сам, у босса уже нету бессы. Тут босс со временем мобы начинают быстро выходить. И на первом КД они выходили слишком быстро. Да, я не знаю, я был ничего. Они, вот смотри, как они сейчас выходят, а тогда выходило сразу по 4 пачки одновременно, там за раз 4 пачки выходило, а сейчас по одной, по 2 моба выходит всего лишь. Это у вас, походу, блядь, как-то чашка была. Беги, Женек, беги! А, зеленка. Ну, мужик. Там вы найдете спасение, герой. Не достаю. Слишком далеко. Нормально, мы с Женьком справа справляемся. Что там, шаман, долго еще? 26 стаков. Нормально, последним сейчас, наверное, залетать будешь. Да не, вряд ли. А, надо будет. Ты ж не холик паладин, блядь. Да. Это холик через блока. Три раза залетает и хватает головы. Да, у нас за 2 захиливал. Ну, 24 стака. Ну, можно через 2. Ну, там без УБЛ сдали. Лок был. На 24 стаках захилил. В общем, за 2 портала. Не, ну я 230-м... 228-м за 3 портала залетал. 3 раза залетал, ну, через лока. Ну, это хули палатина. Да, это другое. Да, холики. Дурные. Вы не понимаете, это другое. Да, Женек, нафиг они нам все нужны? Тут стоим с тобой, балдеем. Я и сам могу еще хилиться. Силы возвращаются ко мне, герои. Тем более вам с больших жирных мобов дает репу. Так что, будем репу фармить вам? Конечно, до завтра, я считаю. О, стоп хил, надо большого убить, 18 репус. Захили. Она пока встанет, можно добить. А мне тоже репа, только кольца, ну, кольцо есть, а толку от него. О, 18 репа, на. Да нифига не дали репу за него. Дали, чё ты, посмотри, мы матрим. Чё не захилить-то? Шаман не хочет хилить, он обиделся на вас. Конечно. А, он улетел. Сейчас быстрее, да? Хочу, давай. Хилим все, хилим. Возложение рук у нее. Все. Шаман не нужен. 52 стака. Давай, пуха, нужна пуха. Пояс. Нет, нужна пуха. Блин. Осталось, я слеча пуху забрать, ебать, я хоть это заберу. Мат не заберу, сейчас не важно. Хорошая. Пуха, да. Типа, сейчас опять вар вторую пуху мою заберет. Я вара кастрирую сегодня. Нет. Сука, трусик, блядь. Ой, блядь.
Господи. Нет, тулупы, тебе тулупы как, в ПВЕ она нужна? Мне для этой канал спек, поэтому. У меня кровавый вой. Спасибо. Ну я в основном больше бы хотел чисто в ПВП брать. Могу что-то отдать тебе. Я именно на мейн буду встречать. Я... Точно, не заходите в комнату, давайте всех дождемся. Да пойдем, там все. А один танк. Ну, в плане, тут что, все в центр на пауках. Вот, зайдите сейчас сразу в центр. Когда выйдут твои акулы, вы разойдетесь, они добегут до меня и снова зайдете в них, начнете бить. Все, не надо. Вот эту хочу, ебать, я пуху на мэна взять, ебать. И поменять молот на ару, блядь. Вот хилить не надо. Щиты кидать. Раньше времени. Плутайте, тут будешь там, там это меньше, блять, больше, блять, и ДПС и арфа больше. Конечно, я буду брать его. Нет, у него, блять. Это УВС, урон в секунд больше. Я везде заберу. Расходим это все. Нахуй себе. Я, блядь, так. Да еще пуха не упала. Когда сдвинетесь в центр. Я ж царю. Лучше бы упала минитила бы. Я хоть бы, блядь, себе, блядь, май набапнул бы. Кстати, да, ну там КД же не понайпал-то за упа. Да вы у Ханта спросите, нужно ли вообще ему эта хуйня. Враска, а тебе вообще нужен? Где боешки? Че, зеленка не боешка, что ли? Не. Ты швар! Ой, да, перевите. Тём, потанчишь этих трэш, я буду быстро перекурю. Давай. Ты все равно не куришь. В смысле?
А потом я. Потом я покурю, а ты потом. Ёр, блядь. Сейчас я подойду, я быстро. Да дрянь, я сильно бью. Да, рад. Да они все равно метку выбирают. В любом случае аккуратно. А на пули на него, наверное, уж. Да я вам метку же говорю, да. Проблема. Но это ж не хэмка. Я не знаю, что тут хилит. Если все грамотно будут стаки сбрасывать, вообще ничего, кроме танка. Во время взлета дать стан. И он застанется и больше взлетать. Корни можно, чтобы он не слетел. Корни, да. Любой контроль дать. Именно кто приковывает к месту. Во время взлета. Понял, можно было не кидать. Не, он да, он просто, грубо говоря, внизу находится. Абилки все те самые дают. Просто не видимо. Поставьте антифриз. Зато сразу понимаю. Делай. И эффект тоже сбивается станом, если что. Ну, теперь, может, ты пойти покурить, я возьму на себя гроб. Ты лучше зайди. А, тут лучше. Угу. Кучку все встаньте, пожалуйста. Она передумала спускаться. А вот. Все хоть тактику знают, что делать надо. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души.
убьем. А почему не на балконе? Фу, не, балкон это, блядь, циркуль. Да. Первая, вторая фаза. И поставь еще одну. А ты что, хоть все в середине метки на третьей фазе? Я знаю, где начинаю. Просто я думал, что... Да. А рыбы? Я без рыбы не пойду здесь. Куда на третьей фазе, на последней фазе, куда выносим? Давайте, давайте первую влево, квадрат, вторую в середину. Или все с такой. По словам, возьми лед для Эма. А я возьму концентрацию. Давай, давай, третью фазу, хорошо. А зачем? Да. За который ему не поставил. Так есть рыба, зачем? А, есть рыба? Рыба, есть рыба, да. Пиздец, ну, Эва. Развели, пацаны. Ой, я эту хуёвую рыбу пить не буду, есть не буду, блядь. Так мне не показывает, а показала. Всю, всю дорогу говнёво ели. Я сяду, поем. Боюсь, что они убегут. Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души. Да. Вот по хвостом нехуй стоять, блядь, миники. Беги, малышка, беги! Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Ну не надо и не буду. Зачем? Я все буду включать урон. Беги, малышка, беги! Трепещите! Вы чувствуете, как ледяная ладонь смерти сжимает сердце? Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Особо хп 8. Тулупик вагон.
Сбоку стояли, блядь, бывает нахуй. Не, все бывает. Метка на мне в сторону или в центр? Можете забирать меня. Да. Беги, малышка, беги! Зеленку жмите есть. 50, да? Блядь, живи, я ушел. Я встану. Лупик, сейчас разобью, я сразу заберу. Да, окей. Забирай. Ты у нас тебя... Все, ушел. Я от дыхания не успел уйти. Забирайте с тебя? Да. Забрал. Да чё за херня? Ебать, опять там на мет. Это бред, ебать. Падайте. В смысле, бомжи, я стою за глыбой, я сдыхаю от того, что меня тянет. Прям вот мы с Варом тут что стоим. Дерево, отвернись, блин! На последней фазе просто метки на хилах были. Поэтому было... Мы сами снимаем, два стака воин снимаем. Мы два стака за мегазубой стоим, ждем. Да я снимаю, заебал. Я просто как бы дискутирую по этому поводу, я это снимаю, я что? Я последний, блять, сдох. Бухой, у тебя есть? Ну, этот ретрик. Ну, у меня фрост резист есть пол. Типа, я сапот выпил сейчас. Так я не говорю, что он просто в ретрик, а я в танка. И мы будем также два танка бить. Просто у меня есть фрост резист, у него нет. Ну, будет проще, наверное. Танка с фрост резистом хилить. Сейчас будет проще хилить, сейчас я выпил сапот. А, ну все, ладно. Под алхимией. У меня 205 резиста. Ну, а у меня под всем, там, под 500. Почти. Ну, тут столько нахуй не надо.
Я согласен насчет... Не, я просто предложил. Я понял. Два танка достаточно будет этого. Это 500 надо в соло танк. Я тебе говорю, два... Ты что, в ДЦ спекнулся? Пробафайте пока, все равно видим. Окей, босс. Сейчас уйдет. Беги, малыш, да, беги! Нормально. Блять, вагоны. Нет. Ну вот их нельзя теперь вдвоем. Нет. Да я за всей толпой шел. Ну, там, где лежит твой топ, это мало побежал ты. Мало побежал. Слишком близко стоишь, Ам. В смысле, слишком далеко. Что, будет? Что, будем его бить? Так у нас держи даже нету. Вы не свыйдите. Ну, вздыхай. Че, гера нету. Бэр 5 минут. А я в миле стоял. Женя, встань в середину, чё тебя хвостом откидывают? Тут в лыбе стоит. Вагон. Пиздец.
И сейчас скидывайте стаки, не спешите, нам все надо дать БР. Как, блядь? Сука, стоишь посередине, нахуй, она откидывает. Почему я ни разу не улетел? Ты хей. А потому что нехуй ставить посередине, левее станьте. У локтя. Я у локтя стою. Беги, малышка, беги! Да, это эти. Я, блядь, поздно, да, ну, лучше позже, чем никогда. Дайте, Павлы, о, спасибо, тоже говорить надо, все сами. Ну, все нормально, минута возрождения. Так ты видел? Хорошо, что СС был. Сказали же под босс, ёп. Мы? Тихо, тихо, тихо. Забал, иди менять. Иди скидывай стаки. Окей. Даю бы. Я после притяжки заберу. Хорошо. Стой, 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 не бьем, притяжечка, ага. Притяжечка. На мне, ибо. Ну, я не буду с вами сильнее. Короче, так, ну ладно, еще прожимайся, на мне глыба. Да, хорошо. Я, блядь, сказал же не бить. Дай плохо. Там нет. Уходи. Все, забал? Да, да. Не пищите, смертные, ибо ваша как с меня метку скинут, я пойду с тебя снимаю, сниму босс. Окей. Я отдал. Что? Иду меняй. Забал босс. Он под дыханием. Три хила, блядь, я в ахуе. Да понятно, у всех изи, блядь. Только всю хуйню делают, блядь. Кей, стою спиной к нему.
Так, при чем здесь, я не знаю, может прийти. А на первой притяжке кому я даю? По шаману, окей. Возрождение 6.51 у него. Я уже выпил. Давно еще. Че, всем пить? У меня есть своя. Женек, вот ты опять можешь улететь. Beggy, Beggy.
Да. Нет, вторая. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Далеко стоишь. Что, камера разворачивается? Красавчик выбежал классно. Шаман. Нет. Бэрри. А у нас хил сейчас уходит в глыбу. Сбегитесь, бегитесь ко мне быстрее. Да я под бежаться под пиздюлю. Конечно, с центра и стрелять легче будет. Чуть-чуть в сторону отошел, стреляешь. Да кто виноват, что вы, блядь, вагоны хилы втроём не можете захилить? Слышь, блядь, когда выходишь с глыбы и тебе выходит ебало просто огнем от дракона, да, виноват хил, естественно. Ну, во-первых, а куда ты ее выносишь под ебало? Ты должен убежать вот сюда, а ты куда выбежал, тебе показать? Я к кресту побежал, вот где крест. Твой дуб впереди лежит, не в кресте, а если что. Твой дуб лежит впереди.
Запустите. Вар бегает. Выбегите, выбегите. Ладно, поздно. Тут ноги тысячу раз на это синдре, и у каждого разная своя тактика. Интересно, ты вот такую тактику хочешь 25-ки хм тоже использовать? Это чисто вопрос от интереса. Или это именно тактика для десятки? Оп, для тебя. Я этого босса на официалке убивал во время бафа 5%. Ну, поздравляю, я с таким же опытом, как и ты, я такую тактику впервые слышу. По все метки, все глыбы в одну метку. Просто суть в том, что в 25-ке мы не в хреме, в 25-ке хреме, мы не будем успевать встретить глыбу до появления второй. Да, мы упали не потому, что мы влево выносили, а потому, что люди влево под лицо ее выносили. Это раз. Во-вторых, мы падали, потому что друид в глыбу ловит и мрет в ней прям. В ней он шотается. А не потому, что она слева. Он также шотнется и в квадрате. Проведите голосование. Чего ему солить? Один говорит лево, другой прямо, блядь. Проведите голосование. Вот я просто тебе спрашиваю, опять же, 25 хм, ты хоть будешь по такой же тактике убивать? 25 хм. Ну да, научи их умею страдать. 25 хм мы будем вайпаться, потому что они влево не могут уйти. Вот, пожалуйста, что будет потом в 25, когда мы до нее дойдем. Заебись, надо людей учить сразу нормальной тактике. Вой, знаешь, что это тактики не доверяют, чтобы все центры выносили? Нет, тут дело не в этом. Тактика тоже рабочая, но милликам никогда не доверяю. Они всегда ловят, ебать, глыбу один ставь. Саро, давайте начнем, пожалуйста. Мне 30 минут, я ухожу. Давайте или начинать, или пиздеть, и я пошел. Ну это хуйня какая-то, блядь. Мы стоим уже 5 минут, блядь, разбираем. Как мы носим сейчас? Я туда его и не славлю, отнеся. Лево. Слева там же.
Там же ж. Последняя. Там же ж. Да, я понимаю. Рэл. Что тебя так задело, воет? Еще раз. Да. Беги, малышка, беги. Как вас там два? Извиняюсь. Опять сейчас получите. Это третья, да? Забирать с тебя? Да, да, можешь забрать. Забрал. Трепещите, смертные, ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Беги, малышка, беги.
Отойдите, отойдите, что? Блять, вы чё? Добал? Да, давно уж. Блин. Я уже даже тебя подхилил. Ты чё? Вот сейчас можешь забирать. Иду забирать. Надо бы дождаться студенного дыхания. Добал. Я пошел. Блять, на мне. И что мне делать? Беги, малышка, беги! Туда. Назад, назад. Ну разбейте танка. Уходи. Угу, сваливаю. Могу забать, если хочешь. Нет, нет. Сейчас будет метка, тогда заберешь. Вот после дыхания забил этого. Давай. Могу забрать. Забрал. Ага. Сейчас дыхание, я иду забирать. Давай. Все, забрал. Шел. Уже, блять, босса обыграли бы, а метки выносили бы влево-вправо бы. Вот тут ты. Отошли, отошли, отошли. Блять. Так, я прожался немножко. Сейчас, мам, сейчас, сейчас Войт начнет говорить. Я же говорил, да бы сразу все в центр выносить. Да, да. Пошли, Лича, идем убивать, как? У меня 15 минут. Нормально, ну, если ничего. Еще что я могу защитить и потом помочь на ДЦшне? Тулупик, ты на шаркарях сидишь. Да, хорошо. Нашел отлича бить. А, ну давай. Никак. Я танчу лича, тулупик танчит шаркарей, все. Да, да, в два хила нормально мы танчим. На третьей фазе меняться будем там. Это в том случае, если насчет, увидишь на третьей фазе, если насчет меня сильно прошибать, просто заберешь меня ненадолго и все. Мне все равно, где хочешь там встать. Я могу встать либо на вот тут от треугольнички, либо могу встать прямо здесь. Ну, мне без разницы. Войт, поставь на себя метку. Я на сейчас, это первый раз. Буквально минутку подойду, пока ты ребятам объяснишь, что делать. Сейчас я. Да? Где здесь? А.
Шары летят в рейд на фазе. Не уже лужи под себя не кидает он, да, на первой фазе? Это ж вообще изи, по идее. Да, это только в хэме. У нас и пахлаван для этого есть. Я для того, чтобы бить врага мечом. Ты паладин, ты должен бить его светом, а не мечом. Мне слышишь, мне сбивать нечего. Давайте на ротор чей. А, подождите, комната в десятке, обычки. Что? В смысле, есть комната? Либо выхилить, либо избить каст. В смысле, он может эту трапу ледяную кинуть. Трапа есть. У него сон еще есть, он стул. Я вас проверял, все, ладно. Неужели прибыли наконец? Ладно, все, удачи вам. Надеюсь, вот, вечер. Чуть-чуть, пожалуйста, правее отойдите, потому что вас может чумка задеть при снятии. Да ну... Мы даруем тебе быструю смерть, Альдас. Более быструю, чем ты заслуживаешь. Галя, стоим здесь. Замучил и погубил десятки тысяч. Напрягай. Поставьте, пожалуйста, паладинов просто резист. Блядь, меня опять не было, блядь, а уже босса запустили. Где я танчу? Вот тут я стою, тут буду танчить или поближе подвести? Как хотите, давайте потанчу. Вы станьте поближе, танки. Бежать километр. Далеко. Один. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Берегите. Не могу допустить, чтобы величайший служитель смерти. Я отверну его от вас, ребят. Белки княги, только я их на себя забираю. Да забирай всех на себя вообще. Саня, ты тут? Я пока не могу прочитать это заклинание. Берегитесь. Надо ничего тут мультидотать. Давай, я вот так. Ты будешь до уха забирать? Ну забери. Так, ну кто-то заберите его. Он на мне, он на меня дышит.
Так отойдите что от меня, вы стоите возле меня. Я пока не могу прочитать это заклинание. На сфере играть? Я заберу дух, иди и лича лови. Да, я ж так. Ну не знаю, может я четвертый выйду. Бывает, из четвертого лазит, сука. Это четвертый будет на следующей переходке, здесь только три. Красава. Да, если не идет. Кастуй что-то. Блять, ебать, еще и на мне скидление. Я подведу. Да, прохильте, я сдохну. Берегитесь. Вы можете в одну сторону бежать? Но я до ханта не доставал. Или я должен пиздовать по всей платформе? Понимаешь, дело не в том, что мы не можем прохилить. Вот скажи мне, как я могу прохилить, если нахер по всей платформе народ бегает? Вот скажите, и говорите, дело в хиле. Упиздовали куда-то, а потом говорите, а чё, хил, там, наверное. Так осквернение, что надо, как-то разбежаться. Так вы можете, 10 человек вас, вы можете в одну сторону хоть как-то... Вообще мы всегда ехать бегали в ЦЛК, мы к трону бегали, всё. Лог, для того, чтобы, ну, когда время дольше держится стаки, ну, не стаки, а это заражение, урон увеличится, там просто физически тяжело проходить. Апокалипсис стоит. Я стою. По 4700 дота текает. О, блядь.